Рядом с домом у нас кружит жасмина. Обожаю жасминовый чай. Through the window I see you waiting. You are smiling, 'cause I'm coming. Your eyes are a story, an ocean of memories, pictures of faces and places, and all of the things that make us feel like we have it all. We have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. We have it all. Пошли сейчас в бассейн купаться. Погода нелетная, но вроде дождика уже нет. Так, по травке приятнее ходить. Взяла с собой фрукты, которые мы еще с Куала-Лумпур не доели. Вот сейчас посидим маленько у бассейна. И, честно говоря, уже обед, уже пора завтракать. У нас очень далеко все магазины, рестораны и кафешки, у нас нет кухни, поэтому завтраки у нас немножко проблемные. Если, допустим, будет какой-нибудь тайфун, то мы не сможем, в общем, будем без еды, без воды сидеть. Димыч уже вовсю купается. Нет, дождик мелкий накрапывает все равно. Вечером здесь подсветка работает. Очень приятное место. Ну что, Дим, как вода? Ой, вообще замечательно. Классно, да? Можно на этих кататься. Видите? На каких? На два шарика сел. Я взяла фрукты, а что ты не взял полотенце? Да, Иришка, выйти на 5 минут и оделась, как будто, я не знаю, как этот, с полным набором, камера вся эта... Прыгай. Ну скажи. Дим, покажи, какая глубина. Тут одинаковая глубина по всей бассейне. Вообще нормально. Вот. Да? Ничего себе. Глубокий бассейн. Глубокий, ну. Можно померять его. Прохладненькая водичка. Нормально, видишь, там место. Место.